А мы продолжаем вас знакомить с традициями грузинского застолья. И грузинское застолье, оно подразумевает собой не только вкусное вино, но и распитие чачи, ираклей. Не все наши телезрители, возможно, знают, что такое чача. Расскажите, что это такое? Это божественный напиток, можно так сказать. У нас тут представлены два сорта, да, классика и грейп. Чача готовится из винограда. Когда сперва вино делаем, да, то, что остается, там, косточки, вот это все, потом специально есть технология, и вот это идет переработка, и получается у нас чача. Тут 45 градусов. Это известный напиток. Все, которые бывали в Грузии, все пробовали, я уверен. И хочу одно сказать, что вот тут цвета, да, видите, разные. Вот, слегка на камере видно, одна чача чуть темнее, а другая чача чуть светлее. Темнее, это которая в дубовой бочке. Мы храним просто после того, как произвели, потом это хранится в дубовой бочке. А так, реально, из одного продукта мы берем. То есть из винограда. А что дает хранение в дубовой бочке? Для чего это нужно? Свой специфический аромат и привкус дубовой бочки. Кому какое нравится. У нас есть чача еще и белая, без всякого цвета, но это на вкус. То есть два сорта чачи вы предлагаете. Одна классик. Классик, я вижу, она темнее. То есть классик — это классическая дубовая бочка. Да. И другая — грейп. Да. Это означает виноград? Виноград. Из винограда просто сперва вино делаем, а из остатков, то, что из винограда остается, из этого уже мы производим чачу. Но чача — это крепкий спиртной напиток. Сколько градусов? 45 градусов. Там такой ароматный... Так, я даже уже не знаю, как это описать. Хороший. И эта чача, это действительно очень хороший тоже, в том числе и подарок. И я думаю, что такая чача очень хороша для пищеварения. Я знаю, что мои знакомые, которые пьют чачу, они иногда и после еды немного выпивают для пищеварения. В Грузии, вы знаете, была такая традиция раньше, вот, я слышал, утром, когда просыпались, они одну штуку выпили. Вот чачи, да, это полезно для здоровья. То есть все отличная, то, что... Отличная, да. Традиция для настроения, я думаю, тоже полезна. Настроение поднимает, давление уменьшает, если у человека давление. И уже с хорошим чувством человек идет на работу. Поэтому, если вы хотите попробовать настоящий вкус Грузии и не ограничиваться только вином, потому что вино, знаем мы все, чача – это действительно отличный напиток, альтернативный. Это крепкий спиртной напиток, да, не на каждый день, но для хорошего застолья, для теплой компании как раз то, что нужно, особенно в преддверии праздников. Ираклий, скажите, пожалуйста, эта чача, она произведена также в Грузии? Это произведено тоже на нашем заводе в Кахетии. Все продукты, которые здесь представлены, это наши продукты, только на наших заводах и только пользуясь нашими продуктами. И это натуральный продукт? Это натуральный продукт, и за качество, конечно, мы гарантируем. То есть настоящее грузинское качество, настоящий грузинский вкус вы можете эксклюзивно приобрести только у нас на expressshop.tv. Поэтому звоните, заказывайте, не упустите возможность знакомиться с грузинскими традициями, с грузинской культурой. Вот так вот. Спасибо вам, Ираклий, за то, что вы нас знакомите, за то, что вы рассказываете нам о грузинских традициях. И мы ждем ваши новые предложения. Обязательно.